Всем привет! Вы на канале Мистер и Миссис Спайк. Сегодня у нас особенный выпуск. Мы пригласили в гости участника многочисленных протуров и чемпионатов арены Кирилла Царькова. Прежде чем мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Да, Кирилл Царьков, как сказала Маша, участник многочисленных чемпионатов, и в том числе недавно, в самый последний арена-чемпионат, где он играл. Historic — это такой digital формат в арене, где легальны почти все карты, которые там есть. И Limited Draft по Фирексии. На этом турнире разыгрывался приз в 200 тысяч долларов США. На 32 человека. Да, это самый высокий уровень игры в арене, который можно достичь. Кирилл, привет. Привет, ребят. Как себя ощущаешь? Ну, уже получше, чем неделю назад. Сразу после турнира. Да, можем представить. Ну, это второй чемпионат арены подряд, который ты играешь. На самом деле их всего было два, и ты отобрался на оба. В чем твой секрет? Я думаю, что мне немножко повезло. По крайней мере, с вторым чемпионатом точно. То есть на первый я отобрался по сумме побед. Я прям чувствовал, как вот, значит, мне надо хоть одну победку там добыть в каждом квалифайере. Здесь, конечно, все произошло постепенно. Я в одном из них набрал не побед, причем это был квалифайер формат стандарт, и я долго мучился с выбором колоды, но в итоге взял колоду, мне ничего не нравилось, я взял первую партию колоду, это был какой-то билд Эспер Легенд того времени, и мне просто было сделать 7 побед и первый второй день. Да, я, кстати, помню, мы еще с тобой обсуждали, чем играть, тут квалифайеры. Да, мы долго обсуждали, я долго гонял Гриксом, потом взял Бобил Гриксом, значит, мне в итоге всем начал проигрывать, и вот, да, ну, в итоге правильно сделал. Скажи, а ты играешь, как ты квалифицируешься на эти отборочные, ты играешь на рейтинг или ты играешь эти плей-ин? Events, где надо набрать 6 побед Best of One или 4. Слушай, Best of Three. Появление вот этих половины ивентов, это было прям большим облегчением для меня, потому что очень много времени уходило на вот этот гринд низко, и когда это перестало требоваться, я, конечно, пришел только вот на плей-ин, то есть сыграл один ивент, ну, не один ивент, но, по крайней мере, один день ты играешь, там несколько ивентов, в конце концов, клавиш-то, и все. А так, сами с тем, чтобы целый месяц играть. Ну, вот перед большими турнирами, типа Arena Championship, я, конечно, наигрываю много ладдера, и, ну, вот теперь ты там в каком-то топ-сервисе, конце месяца не повисит. Да, ну, в общем-то, согласны тоже для нас-то. Ну да, для нас... Это тоже было большим облегчением. Такая же ситуация. Особенно учитывая то, что мы оба хотим отбираться. И, конечно, это достаточно сложно, если гриндить топ-250 рейтинга. Да. Расскажи, как ты готовился к чемпионату? Какие у тебя впечатления? Что ты для себя вынес? Ну, подготовка этот раз была, конечно... Ну, у меня самая не... Обычная такая. Я и мало драфтов наиграл, я и мало Constructed. Ну, Constructed я играл, наиграл чуть больше, но я тоже долго не знал, чем играть. В итоге наткнулся в Твиттере, случайно, на какого-то, ну, для меня ноунейма, о том, что у него какой результат реаниматор. Я взял его лист, только переделал, но начал выигрывать. И это мне понравилось, и вот выигрывал. Там тоже у меня были разные варианты реаниматора, которые были сыграть Луновой с чаркой из Войны Братьев за 2 на входе по дискард-карту, возьми 2. Можешь показывать новую чарку, и что получается есть.
Это очень прикольная комбиция, ну, и с тем, чтобы сделать карту под реанимацию, и с тем, чтобы на третий ход поставить крита, дать ему кейс, и даже реанимировать кладбище. Но там проблема, что он, кроме как реанимации, мы выглядеть не можем, а есть колоды, которые довольно плохо кейс кладбище, плюс еще в формате обдан, кажется, с тобой на прогелеоне. Да, Грисфэнк. И поэтому... Да, тут кладбище, кстати, какой-то грехет есть у всех, и есть главка. Такого плана я сделал такую более мидранжовую версию, которая может пересаживать слеп прямо в агрессивных, по там, прикрытием дискарде, но играть прям такой плотненький, но не раньше. Ну, ну да, это хороший план. Да. Нам тоже нравятся такие колоды, которые более... гибкие, которые могут свое комбо немножко откладывать в сторонку и просто выиграть существами. Да, это хороший план. То есть, получается, ты готовился один сам в ладдере? Да, да, к сожалению, в этот раз не пользовался, не пользовался. Нет, ну слушай, ты всегда можешь рассчитывать на нашу помощь. В любом случае, это очень впечатляющий результат. Мы тебя поздравляем. Да. Ну, твой контракт и колоду мы потом посмотрим еще в деталях. Поиграем ей немножко. Скажи теперь про Limited. А какие у тебя твои общие впечатления о формате нового Фирекси? Слушай, я не очень много, честно, успел наиграть формата. И мне очень сильно помог Александр Жилин. Буквально за несколько дней до начала помза и до начала турнира. И я готовился в основном в МАДО, потому что там... Best of 3 партии, и потому что ты, ну, как-то общий уровень игроков там чуть посильнее, чем в арене. Mm-hmm. Особенно в Best of 3 матчах, которые в арене не на рейте. И, ну, да, там, имеет смысл. Совсем плохих игроков. Да. Вот, я наткнулся на него в МАДО, и он меня два раза как-то так очень легко вынес, и мы с ним немножко поболтали, и я просил у него ответ. Так он накатал гигант праймера в личку по формату, который очень сильно мне помог. И мы там несколько дней обсудили. Там у него был момент, когда я с ним играл, у него было 27 трофеев, то есть он 27 игроков играл 3-0. Я, наверное, вот всего сколько игроков играл по формату. Ну круто. Хорошо, что у тебя была такая помощь. Всегда, в общем, полезно иметь человека, знающего в подготовке. Ну, понятно. И если бы ты в общих чертах как-то суммировал то, что ты понял про формат, как бы ты сказал? Одним предложением или двумя? Собственно, это очень агрессивный формат, точно. Если ты купишь второй дроп, то ты можешь никогда больше не остановиться, даже если у тебя просто вода. Это я успел понять. Поэтому, ну, самый сильный колода, наверное, РГ на Мафле. И там есть много ремувала. Довольно легко из команов и анкоманов подать колоду. И БВ. Токсик, да. Там тоже основная колода из команов и анкоманов строится. Там довольно понятно, как это билдить, вот где-то что у меня на руке прокачка, и прокачка еще, которая призвала плюс 2 игровую карту. Ну, тоже понятно, когда колоды, понятно, агрессивные колоды с манов. Как вот эти две самые такой колоды. И тем не менее, на чемпионате ты собрал УБ. Один из тех архетипов, которые достаточно сомнительно в этом формате. Как так получилось? Ну, на самом деле, УБ, я так понимаю, предполагался геймдизайнерами как такая защитная колода на проливе, когда ты можешь перекатить одним крючком с объектом проносить урон, а дальше ты уже проливе, там вот эти все карты положили, что там надо подрывать карточку, но это не работает по ноге. Ну да. Поэтому у меня УБ, в общем-то, на существах была.
Как раз один из тех советов, который вот мне дал Александр, и то, что случайно получилось у меня, один из ротов, то я выбрал, ну там, типа, 2-2-2 было, CodeWare. Потому что синий хоть и сам слабый цвет, очевидно, но есть возможность набрать прям самую карту из него. Он ходит прям... Да, это правда. Как раз не самый сильный цвет, как говорят прошлые, по крайней мере. И на этом сочетании вот, доступности синего и крутых редких красных карт, которые у тебя есть, есть одна, которая довольно классная экономичная колода. Поэтому план-то был, в общем, такой, когда я строил синего архитектора, который выкидывает спец и артефактный спец. Я решил, что вот, наверное, это рарость, которую можно попробовать сеть в этот архетип. Вторым пиком мне передали другую синюю рару, не такую сильную, но тем не менее, это Merkle 2.1 Unblockable. Да, да. Хороший второй дроп, можно... да. Mercurial Spell Dancer. Ну там важно, что он 2-1 не блокается. Да. В принципе, это агрессивно, да еще и комбинится с как раз с первым пиком. Совершенно точно. Тут я решил, да, набирать синий. Ну и дальше там тор мне тоже очевидно был открыт, потому что там только четвертым, там только пятым пиком мне передали ремувал, который сгони существо на костом 3. И дальше уже как-то это все. Да. Хорошая стратегия. Конечно, очень. Да, мне при этом повезло на втором, вот я собираю УБ на втором пике, на втором паке, первым пиком я открываю Венсер, который тоже УБ. Тоже не самая сильная карта, но да, ложится в колоду, да, почему нет? Да, на третьем паке я открываю демона, то есть черного. Это уже прям хорошая. Да. Да, это правда. И на третьем паке меня сильно удивило, я как раз даже с тобой обсуждал, что Саймон Нильсон передал мне Паримпику Мастикору, благодаря которой я, ну, три из четырех игр, вот я выиграл при непосредственном участии Мастикоры на столе. И я потом спросил у него, что он взял, он взял как раз единственный ремонт своей колоды, это за красный шок. Хекс Голд Слэш. Пятый достаток у него уже было в достатке, но еще что ремонтовал. Гораздо важнее. Ну да, это да, имеет смысл, да. Понятно. Ну, то есть, как ты сыграл драфт? 2-1, правильно? Это хороший результат. Драфт я сыграл 2-1, да, я проиграл очень агрессивно. Володя... Кстати, чемпиона. Как раз Хироши Онизука, да? Он был в твоем поде. Но там, конечно, ему немножко повезло. Я только в Мастикор, но у него всегда был ремоу. В целом он задавал мне всегда такой супер темп, на который я, конечно, немножко не успел открыть. Кода мне постоянно не хватало, чтобы погрелизироваться. Ну и он в итоге 3-0 сыграл. Да. На него была колода, по-моему, вообще без раров. Насколько я помню. Возможно, Ну просто такая агрессивная. Агрессивная колода, да, очень быстрая. Агрессивная на эквипментах. Да. Ну, это тоже один из лучших архетипов, поэтому что объясняет. Ну что, дальше. Ну что, 2-1 в драфте на таком уровне сыграть, это очень хороший результат. А дальше шел Constructed. Да, я был доволен. Причем я в последнем туре обыграл еще парня, как он, Дун. Это Протник, ну, Протник, не Протник, это стример. А, Десси, да? Бангкок, как раз, Десайд, да, который играет только Limited, и он как раз кольнулся в формате Limited, и шутил о том, что это первый турнир в формате Constructed, потому что он его в ворке не играет, и обыграть его в Limited, конечно, было. Ну да, да. Приятно, что конечно, бонус такой. Да, мы смотрели, как он драфтится, если честно, не очень поняли, что он хотел сделать. Это был очень странный драфт. Да. И как он тебя резанул? Подожди, это он резанул? Да, Джейс. Джейс резанул тебя, да, он с тобой же сидел рядом. Да, я посадил потом еще. Ага, отлично. Он там
что не сделал, вот так, типа. Ну, потому что у него существа, тут Джейс, ну, там, фамилия, ладно. Ну, да. Что произошло, ну, как ситуация на столе не изменилась. Ну, это было, да. Да, ну, тебе бы пригодился, Джейс. Вот мне бы пригодился, да. Да. Так, ну, перейдем к Constructed. Один вопрос, который у меня был, это про цифровую магию. В прошлом чемпионате ты играла химию, это типа цифровой стандарт, арена-формат, где, ну, он легально те же 60 сетов, что в стандарте, плюс к тому цифровые карты, которые есть только в арене, и которые используют эти цифровые механики. А в этом турнире ты играл Historic, тоже цифровой формат, более широкий. То есть ты, мне кажется, ты должен быть экспертом по цифровым форматам. Что ты скажешь? Какое твое мнение про цифровую магию, в принципе? Это, насколько мы знаем, достаточно больная тема для многих. Да, хейтят постоянно. Судя по форуму, топ-дек — это прям очень больная для многих тема. И пошло, для меня она тоже была больной, особенно когда алхимия выходила, когда прям заставляет тебя играть на цифровой, это какой-то в этом формате. Мне, конечно, не нравится, потому что это не та магия, которую ты думал говорить в гарпе. Однако, готовясь к предыдущему чемпионату и полностью погрузившись в алхимию, прям удесно в нее с головой, я начал получать удовольствие и от таких карт, и, в принципе, теперь мое мнение изменилось. Мне кажется, это прикольно, что вот есть в отдельно взятой программе отдельно взятых два формата, в которых вот существуют отдельно взятые карты. Вот. Если это не будет как-то понятно дальше, то меня вполне устраивает, и от них как, да, я вполне получаю фан, играю ими в таком вот формате. Я думаю, мы разделяем твое мнение. У меня лично мои впечатления, когда только вышла алхимия, было очень странно. То есть все эти техники, они как будто бы не имеют никакого смысла. То есть ты привык играть, все как бы твои обычные правила, и тут вдруг, там, не знаю, появляется слишком много этого элемента рандома, там, по конжур-карту, там, или еще что-то, либо какой-то совсем там, какая-то дичь начинает твориться. Но потом, действительно, мы тоже очень много играли алхимию, естественно, из-за того, что Эльдар участвовал так же, как и ты, в первом чемпионате арены. Ну, мне кажется, очень классный формат. Да? Да, это, конечно, другое. Это не совсем магия в традиционном понимании. Но да, я согласен. Я согласен с тобой, это имеет место быть. Так, ну, вот твоя историк колода, Марду Реаниматор. Расскажи в общих чертах, что она делает, как она выигрывает. Сайдборд план тоже интересно. Хорошо. Ну, расклад понятен. Мы на первый ход хотим сказать подсайз, главную угрозу или, не дай бог, какой-нибудь грейфейт от оппонента. На второй ход сказать предка. И на третий с помощью вутинга или пироманта кинуть какую-нибудь большую угрозу, ну, одну из нас кинуть вперед, и тут реанимировать. Если вдруг такой план не вышел, или у оппонента много ремонтов на бутылку, то тогда можно сделать все то же самое, но на ход попозже, то есть обзорвается. Не используется вперед. Или, в крайнем случае, все на ход позже, через анилок крипта. Анилок, соответственно, не конфликта. Если здесь мы попали на контроль, то это, ну, самый, наверное, способ. И все карты направлены, в общем-то, на этот план. Кроме пока, который помогает нам просто не умереть от ранних существ, которых очень много объективных. Не Хелгард, но они похожи, как это. Сайдборд план тоже довольно-таки простой. У нас есть иголки от Стейта и от очень неприятной колоды Амбы... Кетис. Да, Кетис.
Кит Скамбл. Mm-hmm. Их тоже хорошо помогает. У нас есть фонари от какого-то Мирора или того же Кетиса, того, который очень активно взаимодействует с кладбищем. Есть ассимиляторы. Это как раз тот самый Middle-Jolly Pan, о котором я говорил. Именно поэтому у меня находится Shell Dread, чтобы у нас была возможность пересадиться из полностью комбо такой колоды, которая может выбрать только реанимировать кладбище, такую мидренджовую версию, где мы можем просто поставить на второй ход, ну, на первый ход сказать тот сиз, на второй ход сказать существо, на третий ход сказать существо, на четвертый поставить шаудрот и там себя тюрьму, и как-то быстро убить оппонента. Это очень ценно против того же Кетиса и Мирова. Потому что Кетис не очень сильно парит такую небольшую угрозу там реанимируем, он все равно выиграет, играет свою игру. Поэтому нам надо убить его быстро. Да. И здесь уже план с реанимацией не очень хорошо работает. Вот. Gold Puzzle Fold. Мне нужны были какой-то универсальный ремонт на больших пикетах, как называют. Их есть определенное количество, но на самом деле это мисбилд. На этом месте должна была быть карта, в котором играла команда из четырех реаниматоров, у которых у всех был одинаковый лист. Они играли белым пасом из Алхимии, который изгоняет существо или артефакт. Фрагмент реалити. Очень важно. Это очень важно, как против Грейхейта, который нас парит, и тем самым можно было бы забить два флота и слот ремувала, и слот Грейхейта. Ну, а ответ на Грейхейт. Ну да, у тебя тут более традиционная Абрейда. Да, Абрейда как раз всегда против фонарей, против Махлина. Да, unlicensed curse. Да. Да, да. И вот тем самым у меня 4 слота занимает то, что могло бы занимать там 2-3 карты. Ну, это как раз проблема того, что готовится один команде. Необходимо было подчеркнуть информацию. Ну и в целом, проблема того, что по формату 2 информации. Brothers Good End — это ответ на всякие маленькие tribal колоды и артефактную игру, которая очень много была в ладере, и буквально одна или две колоды была на турнире. И Лианет — такая 15-я карта, которая тоже поддерживает Мидренджовый план, когда мы можем и как-то напрячь своего оппонента, чтобы пикетиться по количеству карт в руке, одновременно не чтобы убивать его. Да, ну и плюс она комбится с твоим планом реанимации тоже. Да, плюс никаких контролей в лабре я не видел, и на чемпионате их не было, но теоретически это отличная карта против контроля. Если бы контроли были в формате, я бы сидел бы. Может, скажи пару слов про набор твоих целей для реанимации? У тебя 3 Атраксы, 2 Сервис Мистери и 2 Элиш Норн. Почему именно такой набор? Тут есть мысль такая, что очень часто против многих колод в ладере, по крайней мере, на турнире было не так заметно. Реанимация лишнего или ангела момент заканчивает игру. То есть есть колоды типа гоблинов, эльфов, ну еще какие-то колоды,
которые никак не могут ответить на ангела, и защиту от существ бывает достаточно, чтобы оппонент уже не осталось никаких аутов. Да. То же самое с Ришном, любое существо входит и тут же умирает. Довольно хорошо, да. Угу. Вот, на чемпионате их не было, поэтому, возможно, Олег Норм как раз были неопытны. Контакты по профи. Мы не мгновенно выигрываем, когда она оказывается на столе. Нам начинаем открыть атаку, нам начинаем подвижные гили, но мы получаем огромный адвантаж. Мы, ну там, три карты минимум мы с нее берем. Mm-hmm. Мы выбираем эти карты из гили, а порой там можно и 5, и 6, особенно после того, да, когда появляются карты. Руку, и там даже не важно, что происходит с ней, у нас просто новая рука, и вот как-нибудь там выиграть, например, можно реанимацию, или просто переснимание, просто там, как-то их можно справить. Да, все это имеет смысл. Ну что, попробуем сыграть матч? Так, оппонент выиграет кубик. Будет ходить первым. Ну, такую руку... И хорошая рука. Мулиганим. Потому что нет движка, правильно? Ну, три бивня, при этом нет никакой реанимации, нет белого цвета еще. Угу. Мулиган. Угу. Ну, это гораздо больше похож на правду. Немножко получше. Кипаем? Да, это мы кипаем, надо поднять только дискард какой-нибудь. Да, что мы убираем? Тут сис один. Ну тут как будто бы хочется первый шаудред убрать, да? Чтобы в надежде все-таки поднять какой-то самый дискард и под сизами выбить угрозы. И ну как-то там ходу к пятому пытаться реанимировать. Вроде как шаудред тут не вписывается. Но это в том случае, если мы все-таки поднимаем. Да, uh-huh. А так это все-таки... Какой-то альтернативный план. Uh-huh. Поэтому можно, наверное, все-таки один тот сизик покупать. Uh-huh. Да, по этой да причине... так более логично. Да. Более надежно, скажем так. Мы так. Ходим вторым, поэтому Forsaken Crossroads у нас может быть антапнутый. Да. Да, мы, правда, хотим на белую ее говорить. Да. Uh-huh. Да. Возможно, сейчас надо начать с Haunted Reach. А, мы подняли Godless Shrine. А, ну так попробуем. Тогда можно просто Godless Shrine to Seize. Да, да, я думаю, да, здесь стоит экономить жизнь. Это, скорее всего, Mirror? Судя по ландропу оппонентскому. Может быть, сейчас выясним. Ой. О, это что-то странное. Это незнакомая карта. Mm-hmm. Ну, наверное, про дроп вот этот. Ну да, Faithful Mending. Наверное, было бы приятно. Mm-hmm. Какая страшная рука. Может быть, это Esper Grisfang или что-нибудь такое? Может быть. Может быть какой-то Esper на... Нужно Дэн, да, выкладывать, чтобы у нас была Sheldred на четвертый ход. Ну да. Да, странную руку покипал, понятно. Ну, наверное, имеет смысл, да, у него куча продрочки, чтобы найти что-то. Но нам пока это неизвестно. Так, ну, мы подняли Крусиса. Мне кажется, идеальный там дек сейчас. Сейчас мы можем поставить его. Скинуть сразу... эмиссеры. Или? Для реаниматора, потому что ты либо райтс находишь что-то большое, всегда можешь поднять, соответственно, что-то большое в обмен. Ну, обычно демо, потому что приходится искать меньше монокоста. Так, ну сейчас. Но в целом. Скидываем эмиссеры, правильно? Да. Lesser. Нашли Фейбл. Благодаря ему и Фейблу есть вполне реальная возможность подсказать... своих больших парней за ману,
Это, конечно, редкость, но тоже иногда случается. Да. Ну, в принципе, сейчас мы можем уже реанимировать. Или как можно, бы ты играл? Можно начать с атаки. Да, может, в атаку мы, конечно, будем реанимировать независимо ни от чего, но сейчас как бы атака, если большой ремонт, пусть потратит. Какой цвет мы выбираем на Crossroads? Белый? Или какой будет сейчас? Белый. Но нам больше одного белого-то обычно не надо. Ну, если мы ангелов есть, заману не будем ставить. Да, да. И ангелов. Ну, здесь уже не так важно, можно делать. Вот так. Ну что мы ставим? Такой ситуации, видимо, на инстант. На инстант, скорее всего. Чтобы ремувал выключить. Да. Да, чтобы. Теперь он Burial Lights. Да, да. И можно на Greater и найти. Еще Нобеля. Возможно, поинтереснее, типа Атракса. Так мы и не узнали, какие угрозы оппонента, чем он выигрывает. Но, скорее всего, это тоже взаимодействие с Грейвом. Судя по всему. Да, поэтому Лилиан садить не будем. Дискард остается. Хотим ли мы подсадить... Ассимилятор, может быть? Фонари. Скорее, садил пару фонарей вместо пустой. Ну, Fatal Push, наверное, все можно убирать. Наверное, да. Ну, да, как раз освободившись, можно, наверное, тогда и я себя. Про угрозы мы не знаем, но если это Грисфэнг, конечно, хорошо бы иметь Go for the Throat. Но, в принципе, или если мы раздадим себе Грифит. Может быть, Абрайт? Ну, на Абрайт тоже имеет смысл. Абрайт может быть, да. Против Грифхейта и против того же Грисфэнга. Ну давайте так, да. А подожди, а может быть Элишнор не нужна? Ты, кстати, отсаживал Элишнор в каких-то матчах? Или ты сохранял все количество бивней? Отсаживал. Я обычно, ну вот если прям такой какой-то Элишнор совсем плохая в матче, то я отсаживаю две Норн и один Райдец. Может быть, здесь ее тоже имеет смысл отсадить? Существенно вроде не видели. Наверное. Да, кстати. И посадим тогда ассимилятор. Она иногда приятно ускоряет просто смерть оппонента за счет того, что там токены с PSP Роман становятся 3-3, но не то, чтобы основной план, да. Окей. Оставляем так. Ну, такая хорошая рука, но... Faceless Looting уже есть. Наверное, с Faceless Looting можно практически любую руку покипать. Ну, мана тоже, всех цветов да, есть. Вот. Очень люблю эту карту, конечно, и она пока что есть в формате, мне кажется. Но это был как раз один из больших аргументов играть в аниматом, потому что, мне кажется, Looting, она прям нечестная карта. Лютинг на первый ход? Да, да, с ней ничего. Ты всегда лежишь на первый ход или иногда ожидаешь? Редко ожидаю. Если я могу сыграть на первый ход, то обычно прокручиваю сразу. Так, можно скинуть Райтс. Райтс. Пиромантера, может быть? Пиромант? На второй ход можно 20 сида? Или лучше поставить существо? Не, вот 20 сидя. И потому что, опять же, если там есть какой-то грехей, то неприятно его получить, потому что нет. А, но мы 20 сидя не можем сказать, потому что да. У нас Secret Foundry. Точно. Ну, это может быть контра интересно. Да, наверное, лучше существо, потому что этот CS. Да, это не очень. Более агрессивный. Почему нет? Если...
если там все-таки Грис Фэнк, мы хотя бы сможем его скинуть. А так он в конце хода полетится. Да, сейчас поменяется, да, кстати. Найдет, да? Да, точно. Ну хорошо, да, ладно. Будем считать, что да, вот лучший вариант, что мы играем Грис Фэнк, да, тогда лучше. Контра. А, нет, респонс. Окей, это тоже реаниматор. Реаниматор. Реанимации нет, из Portable Hall. Bone Shards. Bone Shards надо еще только что, да? Не, можно скинуть карту. А, можно карту скинуть. Наверное, Portable Hall, если у нас существо, да, которое мы хотим выиграть. Да, и когда мы хотим сгонять демократское кладбище. Да, на следующий ход можно будет покастить симулятора, поэкзайлить Атраксу, да, и еще потутсизить. Какое второе существо он больше скинул Атраксу? Шалдред, The Whispering One. Ну, так, ты попробуй, надо, конечно, качать фонарь. Поднял ли он контрол какой-то? Да нет, не думаю, надо, наверное, фонарь и симулятор. Так, Courtyard. Ну да, последний ход, когда мы можем... Даже сначала, наверное? А, или мы... Lantern. Lantern, да? Lantern и симулятор, да? Хотим будем кастить. Ну да, да. Или лучше двух существ ему брать. Да. Так надежнее, да, наверное? А, так он подсказывает респонс просто. Чем-то надо точно мидинг убрать, чтобы он на следующий ход покастил еще отвернул. А, нет, он не кастит ее сейчас, он тапнет его уже. Да, да. Да, да, мидинг. И ассимилятор, да? Неправильно решение. Если только сдаться не хочешь. Есть люди, которые всегда все кастят респонс. Да. Я заметил. Ну, Атраксу мы убираем, да? Все остальное не парит. Ну, да, да. Будем мы ее себе брать, наверное, да. Почему нет? Да хотим. Конечно, у нас же иллюзиум есть. Это как раз был неожиданный плюс от игры ассимилятором, потому что я его клал просто как агрессивное существо, с Минейсом, и которое заодно хейтит кладбище. Да. Просто изгоняет. Но в мироле реаниматоров он не просто изгоняет. Я как раз и думала, что это такой специальный тех против Мирора, потому что ты еще себе конжуришь этих бивней. Да, ну это случайно получилось. Я думал, я единственный человек с Мирором, ну, в смысле, с реаниматором, который я сильно двигался с пива. Пять. Да, большое количество было. Так, ну что? Ну что, идем в атаку? Как говорится, first things first, да? Убираем шандрет. Тоже по канчурам, да? Пригодится. Зачем? Потому что надо. Будем ее канчурить? Не, мне кажется, что шандрет нам не сильно. Ну окей. Достаточно. Но я надеюсь, что и этого страпа уже достаточно. Сейчас мы тут сикизом посмотрим, что у него там появилось. Ну, можно, в принципе, поставить пироманту в этот ход. Негейт. Негейт. Ну, берем негейт. Негейт. Ну да. Да, лучше поставить пироманту, потому что если прекрасно кастить с кладбища, и заодно получим токена, потому что, ну, здесь кого-то хочется уже просто убить существами. И... Да, уже более агрессивно. Возможно, возможности поднять. Ну,
Ну, даже если он нам убивает Атраксу, как ты говорил, мы уже успеем получить с него столько адвентеджа, что это уже не имеет значения. Да. OG. Стичер, собственно. Знакомые ребята. Да. Так. Здесь, наверное, прист. Да. А, нет, нам нужно еще Атраксу на грейв. Да, нам надо лутить. Да, сначала лутим. Угу. Ну, да, мы пойдем в атаку на суплайера. Почему нет? Сначала проатаковать. Да. С фонарем как будто бы все не так уж страшно. Угу. В любом случае у нас есть лантерн. Да. Брать фейслмейнинг, например. Ну, да, но... Можно заставить его, да, сейчас... Сейчас поменяться. Угу. А, не стал. Декла. Ой. Массакаворм. Массакаворм. Так, ну, можно полютиться, наверное, да, сейчас? Ну, да-да-да. Скидываем две Атраксы. Ну, да. И можно пристав поставить. На этом столе мы как будто не планируем их постить. Да. Все. Ну да, на этом столе видно, как, в принципе, можно выиграть с существами, даже если бы оппонент нам захейтил грейв. Угу. Mm-hmm. Да, да, вот, ну, какую руку, в принципе, главное, что мы поставили какой-то стоп, ну, там, или фонаря, и вот, просто забираем. Mm-hmm. При этом как раз лутинг и, ну, там, другие карты можно использовать. Не для того, чтобы их обязательно прокинуть на грейв, а просто для того, чтобы избавиться от там. Mm-hmm. Не нужно сейчас, если нам совсем захейтили кладбище и поднять существо. Да, хороший план. Кирилл, спасибо большое за твое время, за это интервью, за помощь с колодой. Да. У нас, правда, в конце. Сейчас у нас была идея в конце, да, сделать... так называемый блиц-интервью, то есть Маша будет задавать такие очень односложные вопросы, но важно отвечать очень быстро и как можно короче. Да. Хорошо. Ну что, начнем наш блиц. И первый вопрос — твой любимый формат? Винтаж. Винтаж, вау. Окей. А любимая гильдия? Изета. Это была моя первая колода, стартовый пак. А, твой аватар в арене? Императрица Вандерлор. Окей. И любимый стиль игры? Агро, мидрейндж, контроль? Комбо. Контроль. Комбо это была случайность. И любимая карта? Любимая карта, но пусть будет контрспелл. Make sense. Спасибо, Кирилл. Поздравляем тебя. Спасибо, с таким результатом, несмотря на неудачу такую, даже не знаю, как назвать. Не то, что неудачу. Удача. Просто неудачный второй день, я бы сказал. Да. А турнир, в принципе, для тебя был удачный, я бы сказал. Скорее, чем неудачный. Могло быть лучше, могло быть хуже. Неудача, я имею в виду дисконнект, как мы все знаем. Да. Это... Ну что с этим поделать? Это от тебя не зависело. Андрей Страцкий очень везучий игрок, он много шутил на эту тему. Я не думал, что он может вот таким образом спасти свое положение. Да. Да. Ну, в любом случае, надеюсь, будем следующую арену играть вместе, чемпионат арены. И... Да, я так надеюсь. Успехов тебе. Спасибо еще раз. Спасибо.
Спасибо, пока. Пока.